Доброе утро всем, девочки! Сегодня у нас среда. И сегодня мы что, Андрюшка, сделали? Уснули. И проспали в школу. Ага. Пойдем на второй урок. Да. Андрюшка еще вчера учил стих и математику не написал. Мы еще математику пишем. Так бы мы еще, может, успели? Да я виновата. Да, Андрюшка? Виноват. Кто виноват? Будильник? Да. Вот это будильник, точно. Это он виноват. Андрюшка будет писать математику, я бегу чаёк ему сделаю. Да. А еще у нас нападало много снега. Вот так вот. Одесса, Одесса. Только у вас снег. А нет, у нас тоже есть снег. Мы вчера учили стишок, учили и призабыли. Сейчас сидим, вспоминаем. Рассказать же нужно на 12, чтобы после школы на саночках покататься. Сыночек, удачного тебе дня. А поцеловать? Маму не поцеловал? 100%. Да? Мне уже надоело гонять туда-сюда. Все. Удачного дня. Расскажи стишок на 12. Хорошо? Хорошо. Вечером на санке. Кто это проснулся? Помогал маме Андрюшку собирать в школу. Кто? Кто? Птичка моя ранняя. А? Соседай. Соседай. Спасибо. Сырочек ням-ням. Вот он уж золотой в школу пошел. Забыла ему с собой телефон дать. Идет, смотрите, как медленно снежок рассматривает. Тебе удобно так смотреть телек? Действительно, так сразу светло становится в квартире, когда выпадает снег. Но знаете, есть одно разочарование в этом моменте. Снег уже тает. Уже капает по подоконникам. Я жду Андрюшку со школы, мы идем кататься на санках. Санки Дима, кстати, нам принес. Вот наши саночки. У нас самые обычные, у нас есть к нему такая вот ручка. Я засовываю Вероничку в мешок. Ну, засовываю, засуну, это мы первый раз сейчас, у нас снега до этого не было. И мы пойдем с ними гулять. Я надеюсь, что Вероничка хотя бы часок до того времени поспит, чтобы она себя лучше чувствовала. А я пока, опять же, немного приберусь. Я вчера убирала, все убрала, но опять все дети поразбрасывали. Соберусь и побежали. Я помыла голову, сейчас немножко ее досушу, она уже, в принципе, почти высохла. И пока Ника будет спать, мы соберемся, покушаем и на санки гулять. Пока снег не растаял, а то уже капает там по подоконничку, я слышу. Такой замотанный пришел. Что, так холодно? А дверь закрывать будешь? Что, замерз? Очень замерз. А на санках кататься не пойдем? Пойдем. Теплее оденемся и покушаем, да? Угу. Ну хорошо, раздевайся. Балабончик мой любимый. Ну что ты там за стишок что получил? Ничего не получил. Я даже стишок не рассказывал. Не рассказывал? Почему? Я ж просила, чтобы она спросила тебя. Не рассказывал. Не рассказывал. Как жалко, это из-за того, что мы проспали. Да. Ну ничего, мы в следующий раз еще один выучим. Задавали еще стишок? Завтра расскажешь. А смотри, вот папка что принес. Я уже знаю, санки. Да. Кто это у нас там так стукает? И ручка там, да. Будем кого катать? Меня катать. И?
и Юлю. И Нику. Молодец. Ты хоть нас не... Ого, это рога, что ли? Ага. Ничего себе ты рогастый. Где взял такие рога? Вырастил. Вырастил? Да. А какой рецепт, чтобы выросли такие рога? Что надо есть? Есть. Надо есть. Чипсы? А что? Бутерброды. Ну. Шоколадные. Ага, хорошо. Буду знать, что нельзя есть шоколадные бутерброды. Я такие не хочу рога. А вообще-то ценник у меня должен быть. Да? Да, а то не поздоровится. Как дела в школе? Хорошенько. Хорошенько? Да. Занимался с репетитором? Да. Все хорошо? Да. Математику не писали, не? Не писали. Будем с тобой писать вдвоем, да? Там пишу меньше нам задания. Это ты любишь, я знаю. Я умножение пишу, я люблю. Да? Да. Ничего себе. Нравится умножение? Да. Умножение самое легкое. Получается у тебя? Ага. Ну ты молодец. Ну раздевайся, жарко. Сейчас мы покушаем. Ника выспится за это время. Ржавчину. Да, ржавеет. Это расскажу вам рецепт, как избавиться от ржавчины. Ну, расскажи. Просто льете свою ржавчину голой, ждите до завтра, и все готово. Да? Да. Хорошо. Так и сделаем. Раздевайся, ты сейчас мокрый будешь. Тетя Альбина, спасибо за лайк. Все, Андрюшка кушает, я подкрасилась. Пьем чаек и ждем, пока проснется Ника. На улице вообще классная погода, ни ветра нету, ни снег сейчас не идет. Сейчас вообще идеально пойти покататься на санках. И там, куда я хочу пойти, там у нас озеро. И я думаю, переживала, чтобы там не было ветра. А поскольку сейчас я смотрю, ветра нету, так вообще супер будет там покататься. Я смотрю, детки у нас гуляют во дворе, снежок выпал, деткам радость вообще. Даже собаки в снеге искупаются. Вот бы была бы такая вся зима, правда? Мы бы в другом настроении пребывали бы. Но ничего. Зато мы сейчас его сильно ценим. Одеваемся, пьем чаек и идем на санки. Мы вышли наконец-то гулять. Ника первый раз на санках. Скользко у нас тут. Андрюшка ее катает. Еще недавно я Андрюшку на этих санках катала. Теперь он Нику катает. Подожди, Андрюшка, штанинка, давай поправлю. Давай. Вот эту штанинку поправлю. Вот так, все. Вперед. Сидит как гвоздик. Интересно пока. У нас тепло, не удивляйтесь, что я без шапки. У меня тут есть такой... Вот видно капюшон с начесом, я его одену. Но у нас не холодно. Посмотрите, сколько у нас тут собак. Вот какие стаи собак. Аккуратно. Я их боюсь. Это Андрюша идет утром в школу. Есть собаки, когда ты идешь утром в школу? Ага. Собаки, когда ты утром идешь в школу? Нет, она страшно? Не страшно, маленькая. Да? Угу. Топаем на горку. Топаем, топаем. Ага, у нас уже он солнышко. Садиться без 24. Мы не одни идем. Толкай, 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 толкай. Сестричку возить. Да. Да? Ну, очень, да. Нам тут идти до горочки недалеко. Минут 10. Но мы еще медленно идем. Прогуливаемся. И, кстати, ветра здесь нету, слышите? Если бы был ветер, забивала бы сильно микрофон. Красота. Закат там. А ты там не застрянешь? А, тяни назад.
там, кстати, озеро, оно замерзло, да, Андрюша? Да. Да. Мама, и ты знаешь, как... Смотри, катаются мальчики там на льду. Ты я хочешь? Тоже хочу. А если оно провалится? Тут страшно. Смотрею. Что сделаешь? Запорю. Мне это не подходит. Ну, мама. Если бы был Дима, я бы разрешила, но я что-то боюсь. Мы почти у цели. Поднимаемся уже на горку. Ника постоянно падает, теряет варежки. Вставай! Ну, потяни ее чуть-чуть. У нее ноги разъезжаются. Смотрите, какое солнце красивое там. Все, и санки свои везите сами. Садитесь вдвоем к маме на санки, я вас подвезу. Ну-ка, проверим мамину силу. Андрей? И Нику бери на ручки. Сейчас я ей варежку одену. Давай мне эту варежку. Все, садись. Не снимать! Вредина. Ну, я сейчас обе одену. Садись, бери ее на руки. Вероника, бери ее. Давай, 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 давай. Вот так. И мама еще с камерой. Побежали! Кать, тоже? Бегу, мама лошадь. Мама лошадь. Мама паровоз. Мама не паровоз. Я паровоз. Ой, как же тут хорошо. Поехали, мои ребята. Стоп. Ника протаптывает дорожку. Андрюшка зовет толкать его. Побежали. Побежали, мы побежали, побежали. Сейчас солнышко сядет и темно уже будет. Толкай, мой хороший, давай. Поехал. Очень быстро садится на холоде айфон, кстати. Много не наснимаешь. Хотя нету холода. Что-что? Хорошо, пошли на лед. Давай Нику еще раз с Никой съедешь и на лед. Ника, за мамой. Ребенок хоть снег увидел. А то ж снега не было. Думает, что это такое? Красота. Такое, знаете, освещение красивое этого заката. Сейчас пойду Нику возьму, уже с Андрюшкой на санке. Что там, лед? Не знаю, но это точно не лед. Это лед? Или камень? Нет, лед. В форме алмаза. Да. Ника, стой, ты уже оттуда падала. Знаете, типа, я хотела к маме приезжать. Не больно? Да, тоже прикольно. Прикольно, не больно? Мама, варежку давай. Не, зачем? Ура! Все, Андрюшка наш увлекся горками, да, Ника? Льдом. Красивая лошадка.
темнеет уже. Ника уходить никак не хочет. А, ты будешь Андрюшку толкать? Ты за лошадкой? Пока, Ника. Ника отказывается ездить на санках, на руках быть. Ника хочет идти только пешком. Мы идем пешком. 5 метров в час. То есть мы еще назад не идем за Никой. Мы пытаемся дойти в магазин, купить что-то вкусненькое. Ник, машина едет. Купить что-то вкусненькое и домой. У нас уже фонарики включают. Тут надо так аккуратненько идти, потому что здесь машины ездят. И надо следить, потому что Ника, она выбегает. Что там? И Андрюха уже с нами просто мучится. Но мы не замерзли, нам жарко, нам жара. Пошли, Ник. Давай, девочка моя, что ты стоишь? Вот Ника стоит. Кого ждем? Кого тут ждем? Знаешь, кого ждешь? Андрюшу. Так Андрюша уже он где? А где ты? Ну, слава богу. Мы сдвинулись с места. Завтра, кстати, Дима нам пообещал отвезти нас в одно интересное место. Посмотрим. Если Дима сдержит свое слово, и у него получится с работой вырваться и поехать, то мы вам покажем нашу достопримечательность. Вот. Пока не буду говорить куда. Пусть это будет приятным сюрпризом для вас. Мы вам завтра покажем. Кажется, на Кайре, кстати, что здесь светло, а на самом деле уже темно и горят фонари. Ну, наверное, качество будет, кто особенно смотрит на компьютере или на телевизоре, это вообще на телефоне еще куда ни шло. Но пока снимаю телефоном, изучаю камеры, изучаю там, знаете, пиксели там, светосилу и все остальное. Ну, пока в процессе. Ребята, посмотрите, в каком состоянии Ника пришла домой. Если Ника так устала, вы представляете, как устала я? Вкусно, Ника? Червячка морит Ника. Эх. Ну, я вам скажу, мы накатались от души, душу отвели. Нам на горке уже мамочки другие сказали, что... Вот сразу после шапки голова такая грязная. Перед выходом я помыла. Нам на горке мамочки сказали, что завтра уже обещают дождь, поэтому слава богу, что мы не взялись сразу за уроки, а пошли на горку. А сейчас мы попьем горячего чая и будем писать математику, потому что он с репетитором делает украинский язык, учит правила, вырабатывает почерк, а со мной он уже пишет математику, английский, природу и все остальное. Поэтому мы сейчас будем согреваться чаем, а потом учить математику. Я, кстати, сегодня планировала еще вазончики пересадить. Там у меня такие, знаете, юка, драцена опустили корни, я обрезала. И если Андрюшка самостоятельно сможет писать, то мы еще сами вазончики посадим. У нас перекус Андрюшкиными любимыми бутиками. Просто сыр внутри, да? Вкусняшка. Боже, дети такие замученные после этих санок. А щеки, смотрите, какие красные. Краснощёкий ты мой. Ну, кушай. Андрюху я накормила бутиками, перекусончиком. А Нике у меня было немножко творога, и я и делаю сырнички. Я купила сметанку. Сейчас мы эти сырнички дожарим, они немного остынут. И Николашка поест с удовольствием. Хотела вас спросить, кому попадались вот такие вот апельсины? Что это такое? Почему он красный? Вот шкурка у него красная, вот это. Мы разрезали с Димой утром, посмотрели на это все и не стали есть, испугались. Потому что у нас с апельсином было больше килограмма, мы все съели, ничего такого не было. И вот последний апельсин мы разрезали, а там вот такое вот чудо. Кому такое попадалось? Нам это попалось вообще первый раз в жизни. Что это значит? Это нитраты или что это?
Детки в ванной, а я сижу, пью кофе, потому что я реально засыпаю. Уже и брови даже размазала. Просто засыпаю. Во-первых, я легла поздно, во-вторых, встала рано. В-третьих, вымоталась на этих горках с малыми. Потом мы бегали по льду. Я просто реально поела и понимаю, что я хочу спать. Дети в ванной, а я вынуждена просто выпить кофе и еще что-то приготовить Диме на ужин, потому что я усну. Что там вы делаете? Как у вас дела? Пишите ваши комментарии. Что вы делаете? Я знаю, что в Одессе выпал снег. Уже тает, даже знаю. А у нас пока еще лежит, но тоже обещают дождь. Посмотрим, что завтра будет. Пишите ваши комментарии. Мне очень приятно вас читать. И я всегда с удовольствием отвечаю, где бы я ни была. Всегда нахожу минуточку вам ответить. Поэтому пишите. А что это ты тут делаешь? Ми-ми-ми. Что это ты тут грызла? А? Ах ты, вы посмотрите, до чего ж она добралась. А я думаю, что так тихо у нас? А вот так мы проводим вечер. Ника носится. Ей надо израсходовать свою энергию. А Андрюшка лежит перед телевизором, да, Андрюшка? А рюкзачок складывать будем? Будем, будем. Когда спать будем? Вот так вот, видите? И мама сидит. На две минутки села. Ждем папу домой, папы еще нет. Малыши выкупались, да? Сейчас поужинают, и каждый в свою люлечку. Да? И будем смотреть сны. Ника, снимай этот горшок с головы. Кто тележку на голову одевает? М? Скажи мне, пожалуйста, кто тебе тележку на голову одевает? Хвостишки ты мои. Ну что, будем говорить всем пока? Всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.